Объекты топливно-энергетических комплексов нередко являются предметом пристального внимания преступников, поэтому члены антитеррористической комиссии особенно следят за тем, какие меры предпринимаются на инфраструктурных предприятиях Чистополя для того, чтобы обезопасить эти организации от какой-либо террористической угрозы. Решением антитеррористической комиссии 28 апреля 2015 года нам рекомендовано оборудовать нефтебазу периметральной сигнализации с выводом по сигналу на пост охраны, заключить договор в ГУП охраны МВД Российской Федерации и охраны организации, имеющих право заниматься охранной деятельностью. Согласно перспективному плану развития, мы, значит, запланировали разработку проектной смены уже в наших бизнес-планах, приобретение соответствующих материалов тоже закладываем и установлено тоже деньги. Второй вопрос – статус охраны. Значит, наше предприятие относится к сферу ведения Министерства энергетики Российской Федерации. Предприятие под ведомством Министерства Минэнерго имеет право содержать ведомственную охрану. Особое внимание члены комиссии уделяют также и транспортной безопасности нашего города, ведь, как известно, общественный транспорт становится наиболее частой мишенью террористов. В зале были установлены две усиленные металлические двери. Кнопка тревожной сигнализации для вызова сотрудников неведомственной охраны переведена на круглосуточный режим. Ведется круглосуточное сертифицированное наблюдение и на предприятии, и на вокзале записи на жесткий диск памятью 1 терабайт. Территория автовокзала огорожена по периметру металлическими ограждениями, но вот переднюю часть осталось нам оградить, то есть ограждение уже готово, в данное время считайте покраской и начнем устанавливать. На постоянной основе осуществляется контрольно-пропускной режим в актерах автовокзала и на предприятии. Установлена охрана, пожарная сигнализация. Ежедневно через каждые 30 минут по громкой связи идут объявления антитеррористической направленности. Ежедневно перед выпуском в рейс водителей диспетчера и начальника автовокзала проводят с водителями инструктаж. Актуальным в настоящее время является подготовка к предстоящему чемпионату мира по водным видам спорта в Казани. Поэтому уже сегодня разрабатываются дополнительные меры по предупреждению террористических угроз и усилению общественной безопасности в период проведения этого чемпионата. Терроризм, так же как и коррупция, остается одним из самых острых проблем наших дней. В Татарстане за последние годы, по словам правоохранительных органов, выявление фактов как коррупции, так и терроризма увеличилось в несколько раз. Негативно влияет на ситуацию в регионе, продолжающиеся масштабные миграционные процессы, в ходе которых в это проникают сторонники и члены радикальных религиозных течений в исламе и международных террористических сионистских организаций. Несколько таких семей выехало в Афганистанскую зону и Сирию уже из Чистопольского района. Эта ситуация крайне беспокоит правоохранительные органы, в связи с чем было принято решение о повсеместном усилении проводимой работы по противодействию терроризму.